И снова здравствуйте! Сегодня мы будем фаршировать помидоры тремя различными способами. А вы выберите себе сами, какой вам больше понравится. Итак, приступим. Нам понадобится несколько помидор красных, желательно одного размера. 200 грамм сыра, натертого на мелкой терке. 3-4 зубочка чеснока, несколько перьев зеленого лука, сливочное масло, майонез и, конечно же, мелко нарезанный укроп. Начнем с помидор. Режем лилии. Вот таким способом. Затем вырезаем аккуратно сердцевинку. Сердцевину откладываем в сторону, она нам больше не нужна. И последняя лилия. Теперь мы вырежем корзинки. Вначале вырезаем сердцевинку по центру до половины. Отрезаем одна полоска, теперь вторая. Отрезаем первую половинку до самой ручки, теперь вторую. Подрезаем ручку и ложечкой забираем серединку. Вот получилась корзинка. 3 корзинки нам достаточно. И теперь сделаем тюльпаны. Все так же вырезаем сердцевинку, разрезаем на 2 половинки. Вычищаем серединку. Делаем вот такой треугольничек. Тюльпанчики готовы. Теперь мы будем готовить начинку. В сыр, натертый на мелкую терку, выдавливаем чеснок. Добавляем сюда мягкое сливочное масло, 2 столовые ложки. И все тщательно перемешиваем. Добавляем мелко нарезанный укропчик. Добавим сюда еще 1 столовую ложку майонеза и еще раз тщательно перемешаем. Начинаем фаршировать помидоры. Вначале фаршируем лилии. Выкладываем сыр в каждую из них. А теперь наполняем тюльпаны. Пока мы усердно начиняем помидоры, я прочту басню Крылова «Зеркало и обезьяна». Мартышка, в зеркале увидя образ свой, тихохонько медведя торк ногой. Смотри-ка, говорит, у, милый мой, что там за рожа? О, какие у нее ужимки и прыжки! Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа. А ведь, признайся, есть средь кумушек моих таких кривляк 5-6. Я даже их могу по пальцам перечесть. Чем кумушек считать, трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться, ей Мишка отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Таких примеров много в мире. Не любит никто узнавать себя в сатире. Я даже видел то вчера, что Климыч на руку не чист. Все это знают. Про взятки Климыч учитают. А он украдкою кивает на Петра. Помидоры начинили. Теперь займемся оформлением. Выкладываем листья салата, а на них вылаживаем тюльпанчики. Это перья лука будут как листья тюльпана. Теперь мы выложим наши корзиночки. Займемся лилиями. Опять выкладываем листья салата и на них лилии.
каждую лилию посыпаем сверху тертым сыром, чтобы она была воздушная, пышная. И в корзиночку. Вот так аккуратно вилочкой проталкиваем. Готово. Мы приготовили и оформили 3 вида фаршированных помидор. На этом кухонный театр на сегодня свою работу окончил. До свидания. До новых очень приятных встреч.